Драка, дискотека и блокирование трибуны. Так проходила сессия Луцкого горсовета. Заседание затянулось до поздней ночи. Что стало причиной конфликта? Давайте узнаем. То, что нынешняя сессия горсовета будет скандальной, было понятно заранее. На повестке дня стоял вопрос о передаче земли в аренду частной фирме. Говорят, продав этот участок, городская казна могла бы пополниться внушительной суммой. Это майже 2 гектара земли. Половина практически куплена к нерухомой старой теплице зеленого господарства. А половина земельной ділянки майже гектар вільна. Чому не продать эту землю? И эти кошти, это миллионы гривень, не пойдут в бюджет міста Луцька. Участок собирается передать в аренду строительной компании. Депутат, противники такого решения уверены, там возведут многоэтажки. Не отрицает этого и Сергей Була, имеющий отношение к инвесторам этого проекта. Но утверждает, земля нужна для ведения зеленого хозяйства. Теплицы стоят на правой стороне земельной ділянки. Там высаживается рассада, вона зимой там прибуває. На левой стороне ділянки весною пересаживаются туда. Про багатоквартирну забудову однозначно йде мова в будущем. Однозначно готується. Але на сьогоднішній день забезпечується діяльність того підприємства, під яке це було куплено. Не согласны с этим решением, депутаты несколько раз пытались снять вопрос с повестки дня. Безуспешно. Тогда занесли в зал колонки и включили музыку. Завязалась драка. За 9 решений. Постоянные перерывы и музыкальные паузы. По такому графику проходила сессия. Насправді, у нас такие проекты решения уже спостерігаються систематично. И саме тому сьогодні така реакція. Тому що депутати дивляться і громада дивиться, що іншим шляхом вирівнювати ту ситуацію і не дозволити використовувати таким чином землю Луцька, якої немає, просто немає. Только к часу ночи депутаты добрались до скандального 66-го вопроса. Противники передачи земли снова пытались заблокировать работу сессии, но их жестко встретили коллеги и муниципальная полиция. Пока одни дрались, другие голосовали. Передачу 2 гектаров земли в аренду строительной компании все же утвердили. Однако противники говорят, не остановятся и готовы оспаривать это решение в суде. Анастасия Старовойт, Александра Фетисова, Юрий Фетисов. Подробности телеканал Интер. Луцк.